В Григориополе в местном доме культуры прошел вечер памяти Тараса Шевченко. Выступал коллектив «Стажары», читали стихи великого Кобзаря, пели песни. Для нас это очень серьезное мероприятие, потому что творчество Тараса Шевченко, очень серьезное, которое актуально по сегодняшний день, она затрагивает всю душу, сердце человека, потому что очень глубокий смысл. И мы с любовью поем все народные песни. И мы очень рады, что на наших концертах есть не только люди старшего поколения, но есть и дети. Тарас Шевченко – поэт, прозаик, художник. Его портрет на 50-рублевой приднестровской банкноте. В его честь назван главный вуз страны. И в школах творчество Шевченко начинают изучать с младших классов.